Итак, мы уже научились прыгать все основные элементы, и самое время перейти к цельным вращениям, то есть на 360 градусов. Вращение 360 является, наверное, самыми основными и, наверное, очень стильными трюками, потому что их любят выполнять все райдеры, от новичков, заканчивая большими профессионалами. 360 можно делать с различными гребами, и в зависимости от греба трюк будет посложнее, полегче, покрасивее, кому как нравится. Так что давайте посмотрим, как это сделать на снегу. Первый трюк – фронт 360. Фронт 360 делается так. Вы подъезжаете к трамплину, прямо набрав хорошую скорость. На конце трамплина вы приседаете. И чтобы выполнить трюк, нужно хорошо вытолкнуться и при выталкивании развернуть плечи на 90 градусов, тем самым задать вращение, после чего вы вылетаете, берете грэб, вытягиваете, прокручиваетесь на 360 градусов, всегда просматривая в сторону вращения, то есть голова должна всегда видеть туда, куда вы летите, то есть приземление. Смотрит она за плечо. Прокручиваете трюк, отпускаете грэб, смотрите на приземление и приземляете. При приземлении вы сгибаете колени, амортизируете удар, вот, и уезжаете трюк. Второй трюк – это Backside 360. Все так же, как и в первом трюке, вы подъезжаете, набрав хорошую скорость, напрягаете область поясницы. При выходе с трамплина вы также выталкиваетесь, но разворачиваете плечи в другую сторону. То есть вращение идет спиной вперед. Выглядит примерно вот так. Также, как и в первом трюке, вы всегда должны видеть ту область, куда вы летите. В этом трюке BX360 вы смотрите за заднее плечо и всегда ищете взглядом приземление. Все так же. Выталкиваетесь, берете грэб, прокручиваетесь на 360, отпускаете грэб и приземляете. Все довольно просто, но нужно заранее выучить подготовительные трюки, такие как Front 180, Back 180. Они помогут вам сориентироваться в полете, сориентироваться во время выхода с трамплина, и во время приземления вы будете уже понимать, как увидеть приземление, отпускать грэб